Ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать, наверное, в самую необычную, минималистичную и прикольную игру, которую я нашел в последнее время. Это паркур! Но не в Майнкрафте, но просто паркур. Потому что в последнее время мне слишком много предъяв начали кидать. Мол, Эдисон! Поиграй паркур в Майнкрафте, самая крутая игра, самая крутая мини-игра, ты прыгаешь сюда-сюда, плоти перепрыгаешь, самая-самая необычная, самая веселая, самая прикольная игра, паркур в Майнкрафте, паркур, покупайте сразу паркур в Майнкрафте. Ненавижу паркур в Майнкрафте, но вот эта игра прикольная. В чем заключается ее суть? Это безграничный, просторный, пустынноводный мир, где тебе всего лишь нужно проходить всякие различные... Опа! Всякие различные препятствия. Как видите, все, что нам нужно, самая главная задача в этой игре заключается, это чтобы сохраняться на вот этих красных чекпоинтах. И тебе просто нужно... придумать способ, как же тебе добраться к этим самым чекпоинтам. Как видите, как только мы с вами становимся на тот блок, на котором мы с вами еще не были, он сразу же загорается зеленым цветом. Как только... Да почему в той стороне, почему не в этой стороне, я ж тут стою. Как только мы с вами становимся на чекпоинт, опа, здесь он находится вот тут. Опа, подождите. Опа, трубы всякие, ни хрена себе. Прикольно, кстати, очень даже прикольная игра. И как я вижу, тут у нас есть какой-то приз. Или что это такое? Это итемы, это предмет, который нужно собирать. Только я пока не понимаю, что они нам дают, но 100% что-то! Но что? И как мне забраться вот сюда? О-во-во-во-во, это что сейчас было? Это нас подбрасывает наверх, ни хрена себе. Короче, ребята, если вы хотите, я в комментах под этим роликом напишу, как называется эта игра. И, ребята, вы сами можете ее скачать или купить и поиграть, потому что она на самом деле очень даже прикольная. Лучше паркура в Майнкрафте 100%, как я понимаю. Сейчас, подождите, давайте допрыгнем туда, как вы думаете? Разгон! Допрыгну! Да, допрыгнули, зашибись, и собрали вот этот предмет, который нужно коллекционировать. Хоть я и пока не понимаю, что он нам дает, но все же. Опа! И забрались вот сюда, прекрасно. Только сейчас, как мне допрыгнуть вот туда? У меня такой вопрос очень хороший. А пока Эдисон тупит и немножко думает, как же туда запрыгнуть, ты можешь поставить лайкусик прямо сейчас. Ребят, вы всегда должны знать то, что выход новой серии всегда, всегда и всегда зависит только и только от тебя. Если ты сейчас поделишься, не поставишь лайк, то новая серия задержится. Поэтому, как только мы на этом ролике наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выпущу продолжение, если тебе вдруг понравится эта игра. Поэтому... Опа, это мое. Потому что игра на самом деле хоть она и очень такая спокойная, но зато она прикольная. В нее можно поиграть, повеселиться и просто пораскинуть мазочочками своими. Потому что не все так просто. Как же нам забраться наверх? Ну вот тут вот так. Тут очень все просто. Но следующий уровень где у нас появится? Ага, это все прекрасно, только как мне забраться вот сюда наверх? Хороший вопрос. То есть мне нужно спуститься сюда вниз, да? Спускаемся сюда вниз, запрыгиваем сюда наверх. Не... я перелетел! Нет, не туда наверх, а вот сюда наверх! Вот сюда, и сейчас мне нужно допрыгнуть! Разгон, ядрёная мать! Вопрос. Просто вап... А как мне туда... А как... Чё? Чё-то я ничего не... А, вот как сюда нужно было забраться. Я-то... В смысле? Я еще под водой могу плавать? Ни хрена себе! Так, что-то там да вы... Подождите, вы думали то, что я не замечу? Вы думали, что я не замечу вот этот спрятан... А, кстати, я могу по стенам бегать? Могу по стенам бегать! Отталкиваться от стены! Это лучший паркур, который я когда-либо видел. Сейчас запрыгаем вот сюда наверх. Опа! А только что была ночь, уже настал день, да, как я понимаю? Прекрасно. Забираем сюда наверх, забираем вот этот подарочек. Я не знаю, будем подарочек это... Так, а в смысле, а как мне сейчас выбраться? Алло, алло, вызывайте МЧС, подписчики! Или я могу по стенам прыгать? Ямакаси! Я Ямакаси, Эдисон Ямакаси! Опа, опа, я могу по стенам прыгать? Ни хрена себе! Это прекрасно, то есть, смотри, я могу сюда запрыгнуть, сюда запрыгнуть. А, сюда запрыгнуть, сюда запрыгнуть! Нифига, так будем знать то, что Эдисон реально Ямакаси, он может по стенам перебираться. Так, ядрёна мать, а как мне... Я уже... Ага, да, все прекрасно, прекрасно. А как мне туда перепрыгнуть? У меня такой вопрос. А может по стенам? Опа! Запрыгнул сюда. Ребят, странно.
Оп-о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 п! Я стой на месте, стой на месте, Ямакаси, стой на месте. И сейчас мы прыгаем. Опа! Допрыгнул! Все, нажал. Нажал на все нужное. Мне нравится то, что тут можно прыгать по стенам. Это очень прикольная и забавная фигня. А вот тут я могу. Оп-оп-оп-оп. Нет! Оп-оп-оп-оп. Опа, забрался, забрался. Сейчас перепрыгиваем это расстояние. Забираемся вот сюда, нажимаем на красную кнопку. И... ёберсет. А чё ж вы так далеко мне спавните вот эти всякую вашу фиг... Да, это все очень даже хорошо. А, нет, я же могу забраться вот сюда. Или нет? И... А я... Да, спустите меня! Нет, не... Обратно, обратно, я не туда забрался, обратно! Опа! А как мне туда запрыгнуть? У меня такой хорошенький вопрос возник, ребят, вы знаете? Я пока не знаю. А возможно, если я спущусь вниз и потом обратно... Нет, не долетаю туда. Слушайте, сложно. А как мне сюда вниз забраться? Алло! Так, подожди. Опять ночь наступает? Так, ребят, я чуть ни хрена не понимаю. А как мне за... я еще могу и нырять! Нифига себе! А как мне нырять? На shift! Я даже не знал! Будем знать! Будем знать то, что я могу нырять на shift. Так, ага. Это все очень прекрасно. И залетели сюда. Слушайте, я на самом деле уже промастер в этой игре, как я... Как вы замечаете, я уже знаю... Ага, нет, ни хрена я пока не знаю. Забираемся сюда наверх, только не знаю зачем. И как мне вот туда попасть? У меня такой хороший вопросик возник. Хуедрена! Забираемся сюда! Опа, и перепрыгиваем при... Нет! Твою мать. Ладно, мне кажется, то, что еще раз стоит попробовать. Забираемся сюда наверх. Вы готовы к самому жестокому, самому серьезному, самому жесточайшему прыжку в этой жизни? Хуй! Нет. Чё-то оно так не работает. Я думал то, что оно сработает, но... А, не-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 не. Нет, забираемся наверх. Так. Я пока... вот как сюда забраться можно. Мне кажется, что вот этот паркур будет продолжаться вообще до бесконечности. Мы где-то в океане находимся, я не знаю даже, как выбраться отсюда. Где что? А что где появилось? Так, подождите. Я видел, ребят, я видел, не переживайте, то, что... Я видел, что я пропустил вот эту фигню, которая тут валялась, но я ее заберу прямо сейчас, и мы пойдем вот сюда. Опа, прокатились, вышли, только куда мне сейчас дальше? Ага, вижу. Эдисон, не ноп, Эдисон, лучший паркурчик на этой планете. По стенке перепрыгнули, забрались вот сюда, Опа, оп, нет, о, ни хрена себе. Сюда. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы уже какую-то ачивку, чтобы я знал, зачем мне вот это вообще фигня. И что это вот? Что это такое, ребят? Я первый раз вижу вот такую шнягу. Это батут, да? Да, это батут. Па! Запрыгнули! Забрались вот сюда, на батут! Ни хрена себе! Вот это я перелетел, называется. Вот это я перелетел. Так, сюда. Опа, чем дальше, тем прикольнее становится, потому что тем больше вот этих всяких прикольных кнопок, через которые мне нужно перепрыгнуть. Смотрите, допустим, идем сюда на батут, запрыгиваем вот сюда, забираем вот эту фигню, прыгаем обратно на батут, забираемся сюда наверх, нажимаем на кнопку, потом перепрыгиваем на вот этот блок, перепрыгиваем еще на один блок. Опа, сюда, не знаю, зачем я прыгнул. Обратно перепрыгиваем на блок, забираемся сюда, ядрёна мать, не знаю, зачем, сюда. Ты упал! И зачем я упал? Что я не так сделал? Ладно, ничего страшного. Сейчас мы заберемся еще раз. Оп. И забираем вот эту фнягу, которая валяется, не знаю зачем и что с ней делать. И забираемся сюда и сюда. Ёперест. Очень все сложно на самом деле. Паркуры это не мое. Так. Да почему ты спавнишься вообще в другом месте, а? Если я нажимаю на вот эту кнопку вот тут, так почему ты меня перекидываешь обратно куда-то на километр назад? Ну ладно, ладно, ничего страшного. Труба.
Идем сюда, прыгаем, прыгаем. Так, в первую очередь я на кнопку... О, чуть не упал, на кнопку нажимать не буду, просто заберу вот эту фнягу, которая валяется. И вот сейчас я краски уже заберусь на самый верх. Где? Вижу, все вижу. Вижу, забираемся сюда. Ага, ага. Ага, ни хрена, я даже не понял, как я сам туда запрыгнул. Но как тогда я туда запрыгнул? И забираем вот этот подарочек. Ааа, нет, не работает оно так. Тогда вопрос, как оно работает. Потому что я не знаю, как мне забраться туда наверх пока что. Так, это типа я уровень пройду? Какая-то желтая фигня или что, не могу понять. Ааа, понял, отталкиваемся от стены. Так, тут и так можно... Спасибо! Я построил сердечко, ребята! Только я забыл собрать вот эти три валяющиеся фигни. Как видите, да, они светятся красным таким цветом. Да не за что вообще, как бы. Изи, изи, лемон сквизи. Все, давай, перебрасывай нас на следующий уровень. Продолжить игру. Но уровень не закончен до тех пор, пока я не соберу еще вот эти три фигни. Только я не знаю, как их собрать, потому что они как-то слишком высоко находятся. Мне нужно отсюда перепрыгнуть сюда и отсюда туда перепрыгнуть. Угу, хорошо. Запрыгиваем сюда, и сейчас я смогу перепрыгнуть. Опа! Собрал, собрал, собрал. Я большой молодец. Только где еще? А, вот вижу, 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 вижу. Ни хрена себе, она там вдали находится. Ладно, паркур-мастер Эдисон быстро сейчас включит шило своей жопе и быстро добежит сюда. Опа! А! Все, собрался, забрался. Хорошо. И еще одна. Вот, 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 вот там вдали. Я надеюсь, что я сейчас могу ее забрать. Хорошо то, что я не разбиваюсь, потому что если бы я разбивался, я бы уже 100 миллионов раз умер бы. Не понимаю я, не... А, может вот так? Нет, ты что, дебил, дебил, просто запрыгни вот сюда наверх и все. Да, и сейчас просто перепрыгнуть туда. А, да! Все, я все собрал! Я молодец! Я молодец! Только что делать дальше? Неужели мне нужно вот эти все плиты понаступать, чтобы они просто превратились в зеленые? И тогда я полностью пройду весь уровень. Ну слушайте, это слишком долго будет. Ладно! Я прошел эту игру на 92%. Если не понимаете, как полностью пройти эту игру, то заметьте то, что у меня вот сейчас в меню эскейпа написано, что я прошел 94% всего вот этого уровня. Чтобы пройти 100%, мне нужно нажать на вот эти все плиты, на которые я не стал. Как вы помните, в начале этой серии я вам сказал, что вся суть этой игры, когда ты наступаешь на какую-то вот эту серую плиту, то она становится зеленой. Как раз таки поэтому мне нужно найти их все и наступить, и тогда я и пройду всю игру. Сколько? 97%! 97%! Где еще 3% находится? Вот там еще и серые плиты, и вот там. Угу. То есть мне нужно вот туда пойти, и как раз таки противоположно. Я надеюсь, что я смогу справиться. Наступаем еще на вот эту плиту, и на вот эту плиту, да? Прекрасно, все зеленое. Еще 2%, ребята! 2%! Эдисон опять включает шило своей задницы и потопали! Побежали туда, куда нам надо. Я надеюсь, что я правильно бегу, и в том направлении я смогу наконец-то пройти всю игру! Так, подожди, подожди. Ага, да, зашибись, я так прыгнул удачно просто. Давай, еще вот эта плита. 1, 2, 3. 1% остался, вот! Все? Нет, 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 еще одна плита. Ребят, еще одна плита осталась. Вот она, вот она, вот она, вот она! И... да! 100%! Что открылось? Ебой, салютики! Салютики, дайте мне запрыгнуть в самый верх, чтобы я посмотрел на вот эти салютики. Только когда я уже запрыгну, их уже не станет, да? Нет, салютики! Все? Это все, да? Как я понимаю, это все, да? Да? Или не да? Ни хрена себе, так подожди. Чё? Чё? То есть сейчас каждый раз, когда я буду наступать на какую-то плиту, то она будет менять цвет и будет запускать салютики, да? Допустим, если я пойду вот сюда и нажму на вот эту плиту. А, сейчас вот эти все плиты будут свой цвет менять.
Ладно, ребята, мне кажется, что на этом можно закончить эту серию. Тут есть еще несколько уровней, поэтому если хочешь продолжение, ты знаешь, что делать. Всегда нужно разбавлять свой контент какими-то играми, которые просто не загружают мозг. И не нужно что-то думать наперед в плане каких-то там пазлов, элементов, которые нужно там составлять, чтобы пройти уровень. Просто попрыгать, просто размять свою сраку и просто убить 15 минут своего времени на какой-то ролик. Ребятки, я скажу вам огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать мои ролики и мои стримы, ведь в скором будущем у меня уже будет 3 миллиона подписчиков, я очень сильно на это надеюсь. Я скажу вам огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.